В заседании приняли участие министр труда и занятости населения Наиля Исхакова, представители МЧС, Роспотребнадзора, страховых общественных организаций, ведущих предприятий области. Речь шла о производственном травматизме в регионе в 2023 году, профессиональной заболеваемости, работе в округах. Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. Именно на базе аграрного университета идет профессиональная подготовка специалистов по охране труда. Что такое охрана труда? Это как раз система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. И человек должен быть уверен, что на протяжении всей трудовой деятельности он будет защищен. Кульминацией мероприятия стало открытие полигона для тренировки навыков безопасной работе на высоте в условиях, приближенных к производственным. Его можно использовать круглогодично и можно обучить наибольшее количество сотрудников предприятий, учеников. На данном полигоне также мы отрабатываем нештатные эвакуации, работника при срыве. Для вуза это значимое событие. На полигоне от теории можно перейти к практике. Для наших инженеров, инженеров-механиков, инженеров-электриков будущих, конечно, это очень серьезный вопрос. И мы для того, чтобы подготовить хорошие кадры, конечно, этим вопросом занимаемся. Открытие полигона состоялось в преддверии Всемирного дня охраны труда. Таких полигонов будет много, я надеюсь, потому что в этом году мы запускаем новый проект «Движение без травм». В настоящее время у Аграрного университета 90 индустриальных партнеров, с которыми он активно сотрудничает. Концепция вуза – тесная взаимосвязь науки, образования и бизнеса. Елена Фурсова, Игорь Бероев. Новости дня.